Ничего страшного не произойдет, если кабинет министров будет отправлен в отставку. Этот кабинет министров, который действует сегодня, это уже 17-й по счету, будет 18-й, если не справится, будет 19-й. Естественно, мы, как представители оппозиции, руководители оппозиции, не претендуем ни на какие должности, чтобы на эту тему тоже никаких спекуляций не было. Это будет сигнал от главы государства, что он поворачивается в сторону народа, что он возвращается к национальной повестке. Если этого сделано не будет, то мы будем вынуждены, как было здесь выше сказано, обратиться к народу Абхазии и здесь, в городе Сухум, обозначить дату и время массовой акции протеста и организовать митинг. На повестке сегодняшнего руководства исключительно вопросы по продвижению интересов иностранных олигархов крупного капитала, который пытается завладеть лучшими территориями, ресурсами, землями Абхазии. В этой модели, которая создается на наших глазах, абхазского народа нет. Нет нас с вами.